Здравствуйте, ассаламу алейкум. Сейчас у нас словарная работа, музей, выставка. Ассаламу алейкум, задавал Лугавиш, музей Кюргезме. Музей, музей. Политехнический, политехника музея. Исторический, тарихи, литературный, адабиат. Краеведческий, улькешуналслик. Изобразительный искусств. Тасвирсенет. Экологический, экология. Архитектурный, архитектура. Мемориальный, мемориал, музей, усадьба, усадьба. Посещать, бармок. Выставка, кюргезме. Постоянная, дайми, международная, халкара, книжная, китап. Промышленная, санаат. Музей картин, выставка картин, сюратлер, выставкесы. Выставка цветов, гюллер выставкесы, кюргезмесы. Выставка достижений, ютуклер, кюргезмесы. Выставочный зал, кюргезме залы. Картинная галерея, суретлер галереясы. Павильон, павильон, стенд, стенд. Коллекция. Коллекция. Коллекция картин. Суратлер коллекциясы. Коллекция монет. Тенгелер коллекциясы. Коллекция драгоценных камней. Джавахарлер коллекциясы. Экскурсия. Экскурсия. Совершить экскурсию. Экскурсия бармок. Экскурсовод. Экскурсовод. Картина, сюрет. Рисунок, рисунок. Плакат, плакат. Эстамп, эстамп. Гравюра, гравюра. Портрет, портрет. Пейзаж. Мензере. Натюрморт, натюрморт. Мозаика, мозаика. Панно, панно. Миниатюра, миниатюра. Буяклар, краски. Цвет, ренгле. Колорит, колорит. Оттенок, оттенки. Фон, фон. Карикатура, карикатура. Иллюстрация, иллюстрация. Скульптура, хайкельтарашлик. Скульптор, хайкельтараш. Статуя, хайкель. Памятник, ядгарлык. Статуэтка, хайкельче. Декоративно-прикладное искусство. Амели, декоратив сенет. Украшения, зебзинетлер, ковер, гелем, гобелин, гобелин, деорга, шлендедиген, суретли, гелем. Шалча, домотканный палас, шалча. Курпача, узкий ватный отдел для сидений, кюрпаче. Золото, серебро, алтан, кюмиш, бронза, металл, бронза, металл. Керамика, кулалчалик, фарфор, чинне. Фаянс, фаянс, ганч, эрлешкен, лойдан, шленген, чинны, стекло, шише, хрусталь, биллюр, текстиль, токумачалык махсулатлары, резьба, уймакарлик, роспись, гюльчизыш, вышивка, кештачилик, набойка, язмалге баслаген гюль, литьё, куйма, буюмлер, чеканка, зеркалыш, шедевр, Рох Дурдана. Оригинал, подлинник, асель нусха. Репродукция, репродукция. Копия, нусха. Фотокопия, фотонусха. Какие музеи есть в вашем городе? Шахрынзда, кандай музейлар бор. Какие выставки открыты в настоящее время? Хазыгы вахта, кандай кюргезмелер ишлеп турпты. Мне хотелось бы посетить мен кюрмекчедым, краеведческий музей, улькешуналслик музея, картинную галерею, суретлер галереясыны. Меня интересует живопись, графика. Мені рассамлык графика кызықтырады. Живопись графика, рассамлык графика, древнерусское искусство, кадымы рус сәнәте,
искусство техники, техники тарихы, литература, архитектура, адабиат, архитектура. В какое время работает музей? Музей кайсы вахта ишлайды. В какое время открыта выставка? Кергезма кайсы вахта ачык болады. Сколько стоит входной билет? Кирш билеты неча пул тұрады. Можно ли заказать экскурсию по музею, по выставке, музейге, кергезмеге? Экскурсия заказ кылыш мүмкін ме? Мне хотелось бы купить путеводитель по музею, по выставке. Ме музей кергезме йол көрсеткішкені сатып алмақ чедім. Какой порядок осмотра музея, выставки? Музейны кергезмен тамаша кылыш тәртіпі қанака? Что находится в этом зале? Бзал, да? Нэмэ джойлашкен. Кто написал эту картину? Бу картина. Бу рэсэмны ким чизген? Чья это работа? Бу кимнын иши? Бу рэсэм кимнэки? Чей этот портрет? Бу кимнын портреты? Что изображено на этой картине? Бу рэсэмдэ нэмэ тасвирлэнген? Это оригинал или копия? Бу эсэл нусхамы яки кёчермэмэ? Как фамилия этого художника? Брасомник фамилия Снеме. К какому периоду относится творчество этого художника? Брасомник Иджоды Кайси Дэвриге Айет. Какие еще картины написал этот художник? Брасом Яна Кэнды Расимлян Чизген. Расскажите, пожалуйста, подробнее о жизни и творчестве этого художника, скульптора Ильтымас Брасом Хайт. Хайкалтарошның хаяты ва иджады торысты бәтәвсілірак сөзіліп берсенгіз. У вас есть произведение современных художников? Сізді заманови рассамлерінің әсәрләрі бар мы? Что тебе больше всего понравилось в музее? Сенге бу музейді. Көпрак нема йокты. Что на тебя произвело самое большое впечатление? Сенде ең күчлі таасурат қалдырен нәрсені ме? Кто ваш самый любимый художник? Сіздің ең севекли рассамыңыз кім? Пока-пока, до встречи!